Основные праздничные мероприятия проходили около кинотеатра «Искра». Представители разных национальностей, проживающие в Ленинском районе, подготовились ко Дню народного единства каждый по-своему. В палатке национально-культурной автономии Азербайджана продукция этой южной страны. Все желающие могли угоститься пахлавой, долмой и фруктами. Все торжества, все праздники, все мероприятия проводим вместе. Друзья русский народа, азербайджанцы все время. Среди гостей праздника были не только выходцы из бывших союзных республик. Асиф Рашид приехал из Пакистана. Я приехал в Россию учиться в 97-м году. И познакомился со своей супругой. И с того дня вместе. Около фонтана Георгия Победоносца расположилась ярмарка, где каждый мог купить продукты к праздничному столу. Курочки, цесарочки, утки, гуси, ну, варенье, соленье, все это, творожок, сметанка, все настоящее домашнее. Всех посетителей ярмарки песнями и плясками развлекал ансамбль татарской музыки. А вот это и есть единство, когда мы среди своих со всеми вместе пляшем, поем в праздники, а в быту работаем все вместе, бок о бок. Видновское станичное казачье общество также не осталось в стороне и предложило жителям города свои развлечения. Сегодня у нас стоит хуторок, дымится кулеш, будет шашлык из баранины, наши исконно русские и казачьи блюда. Вот. Будут песни, танцы, сейчас придет наш ансамбль «Родничок» из совхоза имени Ленина. Вместе споем, станцуем. А детвору развлекал клоун Алекс. Те, кто замерз, могли погреться в холле кинотеатра, где проходила выставка народных промыслов. А в зале уже готовился праздничный концерт. Вне зависимости от национальности, от народности, от вероисповеданий, от социальных слоев, мы все празднуем единение наше, единение всех народов, наших героев отечественных, тружеников во имя одного, во имя мира и добра. В концерте приняли участие творческие коллективы разных народов, очередной раз напомнив, что Россия – многонациональная страна с богатой культурой и историей. Дмитрий Книга, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.